Доброго времени суток. Сегодня открываем. Вышли новые сезоны rewards, сезонные награды. Набрали мы 20 коллекционных предметов. Открываем набор X-Factor. Как я уже показывал, не обязательно делать выбор, когда вы его откроете. Если вы сомневаетесь, кого выбрать, достаточно выйти из игры, и набор будет доступен заново. Ну, но игроки будут те же самые, что и в начале. Все, смотрим, кто в X-Factor попался. Первый игрок. Марк Андре Флори, вратарь. Давайте центрально возьмем. Джек Экел. Никита Кучеров. Это хороший набор. Уже есть кого выбрать. Макдэвид или Маккинон будет. Кон Хелебак. И Джонатан Хабердо. И Бердо, как мне в комментариях написали правильно выговаривать. Ну что, Экел, Эбердо или Кучеров. Посмотрим, кого выберем. У Кучерова уже доступен уровень 90 и спецособность 2, гладиатор и спарк, но меняется. Пуконный стринг, водородное касание, шокандави, чрезмерная точность бросков после финта Тодрак, это убрать под себя. И снайперские способности. Конно, ну понятно, мы вратаря не будем выбирать. Джек Экела. Ничего себе, три синергии. Три синергии. 92 уровень сейчас доступен. Три синергии и четыре спецспособности. Wheels. Снайп. Tap to tap. Пасы верхом или низом. Сверхточные. Рожденные лидером. И точность. Ну, за один только Вилс уже пока на Экл ложится. И Бердо. Сейчас 90 уровень доступен. Ну, вообще хороший игрок. Против меня, когда он играет, всегда проблемы. У него 3 синергии, пуканный стринг, третий глаз. Шайба на струне, если что. Третий глаз и магнетик. Дополнительный. В общем, шайба прилипает к нему. И тэп-ту-тэй спецособность. Сейчас из игры мы выходим, а потом мы выберем из этих игроков кого-нибудь себе в состав. По поводу должен показать вратарей. Butterfly Effect, Whirlwind и Last Stand у Флори. Способность сейчас максимально 90. Connor Hellebuck, Whirlwind Handed. После отражения пенальти или буллита, супер энергия добавляется всем игрокам команды. После 15 сейва супер реакция. 33 спасения делает за 5 секунд. Супер энергия добавляется всем игрокам. Ну, для меня не очень интересно. Вот где-то Вердо, Экел или Кучерова возьму. Пока не знаю кого. Выхожу из игры, набор сохранится. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.